Всем привет! Разбираю я этот косметический комбайн на детали. Буду использовать его отдельные блоки. И что меня удивило, что один из блоков, вот, это тот блок, который регулирует выходное напряжение для электродвигателя, который... Смотрите, плата изначально была разработана подо что-то другое. Все детали напаяны... Использованы просто дорожки этой платы в качестве соединений между этими деталями. Вообще удивительно для заводского устройства, чтобы так делали. Вот, решил показать вам. Раньше такого ни разу не встречал. Всем пока!